А ну-ка расскажи подробно, что это за компьютер там у вас такой? Откуда он взялся? Ну, однажды он появился у нас на главной площади и стал написать адреса тех, кто украл наш Гримас Шейк. А как этот компьютер выглядит? На нем есть какой-нибудь логотип? Ну, там какая-то красная буква М нарисована. Вам это о чем-то говорит? Говорит, еще как говорит. Короче, Титан Гримас, садись поудобнее, сейчас мы тебе расскажем, как все произошло на самом деле. А заодно и выясним, как в этом компьютере Макдональдса появились наши имена. Я королевский корги, от корги все в восторге. Я стану даже круче, чем Бублик и Бандит. Я королевский корги, от корги все в восторге. Я супер-мега-коржик, я буду знаменит. Всем привет, коржата! Меня зовут Великий Корг Третий, я самый крутой корги на Ютубе. Вернее, пытаюсь таким стать. Если вы немедленно не подпишетесь на мой канал и не поставите лайк, то вам капец. Со мной в квартире живут два грозных волка, Бандит и Бублик. И они, если что, за меня впишутся. Друзья зовут меня Коржик. Если ты напишешь в комментах, что будешь со мной дружить, то тогда можешь называть меня Коржиком. Парни, мне это надоело. Мое терпение закончилось. Ваша шерсть валяется по углам по всем. Завтра идем к грумеру. Человечка, ты с ума сошла? Никакому грумеру мы не пойдем и чесать себя не позволим. Шерсть — это наша хозяйская собственность. Мы брутальные псы, нам собачьи парикмахерские не нужны. Никаких грумеров и никаких вычесываний. Там над нами издеваться будут, ни одной собаке не нравится груминг. Ах, не хотите идти? Значит, я вас сама побрею и вы будете выглядеть. Вот так. Капец, это что такое? Это не хаски, это какое-то чудовище! Я даже не хочу знать, как выглядят побритые корги. Ужас! Если она с нами это сделает, от нас отпишутся все подписчики. Парни, стоп, кажется, я знаю, что надо делать. Идти к грумеру не вариант. Они-то над нами издеваться будут и выдуют у нас всю шерсть. И что ты предлагаешь? Я лично не хочу, чтобы меня человечка побрила. А предлагаю купить новый супер крутой пылесос для груминга. Redkey C100. Это что еще за штука? И чем он лучше грумера? А всем. Я о нем в интернете прочитал. Короче, заказываем, все будет тип-топ, гарантирую. На следующий день. Ура, распаковочка. Смотрите, в комплекте несколько насадок. Колтунорез, пуходерка, пара насадок для мебели и даже есть триммер с различными насадками. Ну-ка, человечиха, включай это чудо техники, посмотрим, как он работает. Вот это да. С этой насадкой моя симпатичная коржачья попа будет выглядеть еще симпатичнее. Ого, это совсем не страшно и не больно, как у грумера. Прям как массажик. О, смотрите, как прикольно шерсть потом всасывается. В пылесосе Redkey 3 скорости всасывания, при этом он очень тихий и не напугает даже самую трусливую собаку. Если что, я сейчас не про себя говорю. А помимо груминга в домашних условиях, пылесос Redkey C100 работает и как обычный пылесос. Отлично справляется с шерстью на нашей с коржиком лежанке. Вся шерсть аккуратно собирается в контейнере. Смотрите, как прикольно она там крутится. Короче, офигенную штуку мы с вами купили, парни. Теперь будем красивыми и ухоженными. И человечка ругаться на нас из-за шерсти не будет. Всю информацию о груминг-пылесосе Redkey C100 я оставлю в описании. Не понял, о чем меня никто не встречает? Парни, вы где? Мы что, не на улицу пошли гулять? Хотя поздно уже и дождь идет. Да и я бы их увидел. Странно. Ага, попались! Блин, их тут нет. Капец, младший человек пришел, что делать? Прячься скорее! Куда мне прятаться? За диван! Блин, мы его мало уменьшили. Давай еще меньше его сделаем. Ага, вот они вы! Твою ж мышь! Кто это и что он делает у нас в гостиной? Добрый вечер! Младший человек, ну ты это, только не ругайся. Мы Титана Гримаса притащили к нам домой, потому что на улице дождь пошел. А мы не хотели, чтобы он простудился. Наверняка это мерзкое зрелище. Фиолетовые сопли, вот это все. Это тот самый Гримас, который убивает всех, кто выпил Гримас Шейк? Вы что, совсем офигели притащить опасного монстра к себе домой? И кстати, почему вы его называете Титаном Гримасом? О, обычно я немного повыше, но ваши псы любезно уменьшили меня своей магией, чтобы я смог пролезть в вашу дверь. Да что тут происходит? Младший человек, дыши глубже, сейчас мы тебе все расскажем. Итак, это Титан Гримас.
Он житель страны Гримасов, и до сегодняшнего дня их отправляли убивать всех, кто выпил Гримас Шейк, это правда. Представляешь, кто-то поставил им на главной площади компьютер, который сообщает адреса тех, кто выпил Гримас Шейк. Вот только компьютер там с логотипом Макдональдса, и Гримасы утверждают, что Гримас Шейк не продается. То есть вы хотите сказать, что Макдональдс ворует у них коктейль, а виноватыми делает покупателей? Я уже не знаю, где правда, а где ложь. Ну, вы так и не объяснили, зачем он здесь. Ну, вообще-то, он приперся на нашу площадку для того, чтобы грохнуть нас. А вы что, пили Гримас Шейк? В том-то и дело, что нет. Каким-то непонятным образом наши имена и адрес появились на том странном компьютере от Макдональдса. Есть пруфы, что это компьютер Макдональдса. А то все это как-то очень странно. Ну, я парням переслал фотку этого компьютера, они сказали, что это точно он. А ну, ко мне перешлите. Так, так, так. А с каких пор у нас Макдональдс в виде красной буквы М? А она что, у них другого цвета? Ну конечно, у них желтая буква. А эта М очень похожа на логотип московского метро. Я уже ничего не понимаю. Причем тут метро и Гримас Шейк, я совсем запутался. Как я уже рассказывал, на этом компьютере появляются адреса тех, кто выпил наш Гримас Шейк. И мы должны их убивать. А если они этого не сделают, то тогда убьют их самих. Жесть какая. Вас заставляют работать киллерами под страхом смерти? Ну, кто вас заставляет? Вот этот компьютер. Он пишет нам, что если мы не выполним задание, то всех нас уничтожат. Вот поэтому мы и спрятали Титана Гримаса у нас в квартире, чтобы его не нашел этот злобный компьютер Макдональдса. Или как его там? Да это точно не компьютер Макдональдса. Получается, что всех людей на тех видосах в интернете грохнули Гримасы? У нас не оставалось выбора, мы хотим жить. А почему вы вообще стали слушаться этого компьютера? Надо было его просто сломать, и тогда бы он не смог вам угрожать. Ага, посмотрел бы я на вас, если бы у вас тут появился компьютер со зловещей буквой М и стал бы вас пугать. Короче, как я понял, вы очень трусливые. Забоялись какого-то компа, а в итоге стали преступниками. Да уж, жесть какая. Я считаю, что надо остановить этот беспредел и выяснить, как наши имена попали в этот комп. Так... Давайте думать логически. Многие люди на видосах с Гримас Шейком это блогеры, так? И мы тоже блогеры. Кто-то хочет избавиться от блогеров руками Гримасов? Ну зачем? Я думаю, разгадка кроется в этой зловещей букве М. Может быть, это кто-то, кто живет под землей? Ну раз М на метро похоже. Ну и кто у нас живет под землей? Капец! Неужели это Камнеежка? Да ну нафиг! Ну почему буква М, а не К? А кто это такой, этот Камнеежка? Главный враг бандита и Бублика. Ну и нас тоже. Ты не представляешь, сколько он нам гадости сделал. Но зачем он заставлял нас убивать? Получается, это он воровал у нас Гримас Шейк? Это как-то слишком сложно для Камнеежки. Он же тупой зеленый инопланетный монстр. Согласен. Это ж надо было так заморочиться. Привезти втихаря в страну Гримасов компьютер, выдавать им задания, пугать их, заставлять всех грохать. А если это не он, то мы с вами опять в тупике. А я предлагаю отправиться вместе с Титаном Гримасом в его страну и попытаться взломать этот комп. Мы должны узнать, кто им управляет и как там появились наши имена. А чё, отличное получится приключение. Младший человек, ты с нами? Мне вообще-то уроки надо будет сделать. Так что, если нужна будет моя помощь, звоните. Вот так всегда. На человеков никогда нельзя положиться. Титан Гримас, а где находится твоя страна? Дай координаты. Не-не-не-не-не, я с вами туда не вернусь. Мой народ уничтожат. Блин, да чё ты такой трусишка? Смотри, ты же нас не грохнул и до сих пор живой. А это значит, что этот твой компьютер на самом деле просто вас пугал. Да-да-да-да-да. Скорее всего, ничего плохого он вам сделать не сможет. Но это не точно. Вот именно, что не точно. Я лучше помогу вашему младшему человеку уроки сделать, а вы отправитесь в мою страну и потом нам все расскажете. Короче, с вами каши не сваришь. Коржата, если у вас есть мысли, что это за компьютер с буквой М, срочно пишите их в комментах. Нам это очень поможет в нашем расследовании. Напишите прямо сейчас. Ну а мы отправляемся на поиски приключений.